Здорово, чуваки, с вами я, Карл Джексон. И мы теперь будем снимать вот в таких вот обстоятельствах. Моя предыдущая вебка сдохла, то есть вторая. Это первая. Я не знаю, что за фигня. Я, кстати, вот прям при вас, сейчас вот в прямом эфире попробую еще раз ее запустить. Может там что-то не то, может там что-то это, какая-то фигня. Но я, если честно, уже достала меня эта вебка, она постоянно вот это... Короче, она постоянно выеживается. Постоянно выеживается, чуваки, откровенно говоря. И... То есть, как бы, вы если что увидите, если что не увидите, вот как она выглядит, как бы вот, да, та самая вебка. Ну вот, у нее просто все отвалилось. А это держится идеально. Ну как? Я ее. Вот, чуваки, я если знал, то что надо экономить на всем, просто абсолютно на всем просто. Вот буквально вот на всем. Я бы тогда бы. Да. А сейчас. Чуваки, прикиньте, она сейчас заработает. Нет. Да ла! Она издевается надо мной, что ли? То она работает, то она не работает. Что за херня? Я, блин, ну, нет, чуваки, ну я не знаю, смотрите, вот. Как бы, пишите в комментариях. Я могу хоть с двух вебок даже записывать, чтобы одновременно двойная реакция была. Но мне кажется, это будет двойная нагрузка на комп и прочие дела. Нет. Стоп. Нет, чуваки, это реально идейка, это идейная. Точно, вот так вот. Вот с двух ракурсов, чтобы меня снимать. Во, вот так вот. Хоп. И нажатие на клавишу. Стоп. Ага, ага, эту тоже отзеркалить, потому что да. Ой, ой, это кверх ногами. Отзеркалим не, во! Такая вот фигня, чуваки. Это жопа, это полная жопа, чуваки, вы понимаете? Это полная жопа просто. Блин, с двух камер, конечно, на самом деле прикольно, но с другой стороны это жопа. А чё, кстати? Чё, кстати, у меня вот... Да, я хотел сейчас шахматы записывать, но понял то, что я не смогу, потому что, кстати, о чём у меня последнее это было? Ну, последнее было это, значит, надо настраивать. У меня все остальное как бы идеально. Блин, чуваки, нет. Двух... Что то хуйня? Что это хуйня? Понимаете, чуваки, это две вебки и две вебки покоцанные. Ааа, жопа! Чуваки, это просто, ну видите, что происходит, это жопа, полная жопа конкретно. Я вот сюда смотрю, на вот эту вот вебку, и вот на эту вебку смотрю, что то фигня, что это фигня. Две большие фигни, которые я ебал ее маму в рот, это просто. Чё? Это чё, вот это телефон, если чё. Не. Такой видос я так и оставлю, его везде, я закину его сюда. Ну, тут надо, если... Ай, не туда нажал. Фильтры. Ну, надо добавить тогда этот фильтр. Надо добавить фильтр, па-па-пам. Не, вот этот фильтр. Па-па-пам, ла-пам, хамакей, вот, хамакей, окей. Так, а мы вот сделаем так, чтобы он был кустом. Выбор цвет. Вот этот цвет выбираем, да? А ничего мы не выберем. Мы ничего не выберем, потому что у меня Ctrl-V нету. Тогда... Ну окей. Оставим пока так. Оставим пока так. Кстати, стоп. Вот эта вебка, вот вебка, которая вот эта. Вот эта. Вот эта, которая вебка. Она... Как вы видите на экране, она сейчас широкая. То есть она по размеру экрана. А вот эта вебка, она не та. Так что давайте-ка мы тогда ее. Мы тогда ее попробуем как-то, ну, расширить. Так, плюс. А, так, не, вот сюда, блин, не туда, да. Так, увеличить резкость, хромакейца, это очень круто здесь. Кадрирование. Или не кадрирование, как это. Маска отображения. Вот, масштабирование соотношение. Окей. Бикубические, разрешение, разрешение. Да дай. Да дай. Вот так вот. Во! Во, вот тебе она такая же широкая, как моя вот эта. Все, вот так вот сделаем. Как бы вот. Такие вот дела, чуваки. А, да. Сейчас еще фильтры. Сейчас, так, захват игры. Так, захват игры. Фильтры. Вот оно. Вот это все. Ctrl-C, везде вот это вот все сделаем. Смотрите, по цветам. Тут больше розового вот в этой вебке.
А в этой... Ну да. Ну чё, давайте попробуем. Фильтры. Тут тоже надо фильтры добавить. Собственно... Хромакей. Ну масштабирование, я не знаю, не надо трогать. Так, не зеленый, а кустом. О, так, выбираем цвет. Пам-пам. Все. И... А, ну да. Ну да, сходство мы... А, вот такое сходство, да. А тут родом, что там то же самое делаем. Па-па-пам, фильтры, па-па-пам. Не, хромакей, выбрать цвет. Так. И тоже сходство в один. Ну, как бы пока что все. Вот, я сейчас скину видос. Я не буду это в YouTube, наверное. Не, все, я придумал. Все, я выкину, закидываю это в ВК и скажи, чувак, как лучше мне. А как я тебе скину-то? Чувак, тебе лучше... Не, сейчас цена. Тебе лучше быть ВКонтакте, потому что иначе... Иначе... Я не смогу никуда. Мне придется скидывать просто в ВК этот видос и все. Потому что... Что если тебя нету нигде, то как я тебе скину? Как я тебе скину? Никак. 7 часов он был последний. Короче, ладно, я выложу этот видос в Ютубе и пофиг, на этом мы остановимся. Сейчас пока что